Изучив санаторий Bristol Palace, хочу выразить свое мнение о нем. Начну с того, что полный видеофильм, где показаны проживание, питание и возможности для лечения, есть на нашем сайте sanatoriums.com на страничке Bristol Palace. Пожалуйста, можете посмотреть. Санаторий имеет категорию 4 звезды и расположен в центре курорта Карловы Вары. До ближайшей курортной колоннады Садовой 350 метров. Обращаю внимание, что дорога ведет немного с горы. Bristol Palace является частью санаториев комплекса Bristol. Благодаря многолетней традиции и опыту в сфере санаторно-курортного лечения, санаторий группы Bristol предлагает профессиональный сервис и санаторно-курортное лечение наивысшего уровня. Теперь о номерах. На нашем сайте для Bristol Palace представлены категории одноместный, двухместный и апартамент. Все категории неплохо оборудованы, имеют старинную мебель, за которой ухаживают. Так она остается в хорошем состоянии. Номера просторные. Минимальный размер одноместного номера 20 квадратных метров. Подробную информацию о номерах, описание, фотографии, а также видео можно посмотреть опять же на нашем сайте на страничке Bristol Palace в разделе «Номера». На территории санаториев группы Bristol есть парк для отдыха. В теплое время года гости там могут принимать солнечные ванны, при этом наслаждаясь чистейшим карловарским воздухом. Кушают гости в собственном ресторане, расположенном непосредственно в здании Bristol Palace. Качество питания в ресторане на отличном уровне. В обязательном порядке предусмотрена номерная система диет. Работает здесь и собственный диетолог. 3 раза в неделю в ресторане играет для гостей живая музыка. Теперь расскажу о лечении. У санатория собственная лечебно-оздоровительная база. Единственная в Карловых Варах, имеющая титул аккредитованного учреждения Министерства здравоохранения Чешской Республики в области реабилитации и физической медицины. Такая оценка обеспечивает оказание медицинских услуг на самом высоком уровне. Преимущество лечебно-оздоровительного отделения санатория Bristol Palace. Во-первых, сюда подведена термальная минеральная вода из источников для проведения большинства водных процедур. Отмечу, что здесь в ваннах термальную воду охлаждают до необходимой температуры, размешивая ее с охлажденной термальной минеральной водой, а не с обыкновенной. И такая система на сегодняшний день используется только в санаториях группы Bristol. Из следующих природных факторов здесь используют натуральную торфяную грязь. Предлагается более 40 видов процедур, среди которых есть и уникальные, например, подводное вытяжение позвоночника. Здесь, в Бристоле, эта процедура проводится на основе простой воды. Гости санатория находятся под присмотром высококвалифицированного персонала, преимуществом которого является индивидуальный и профессиональный подход. В санатории работает 4 врача разных специализаций во главе с главврачом Владимиром Вурмом, который работает в Бристоле с 1999 года. Доктора Вурма по праву можно считать одним из лучших на курорте Карловы Вары в области курортологии. Далее отмечу наличие собственной лаборатории и собственного диагностического центра. Такого нет ни в одном курортном доме Карловых Вар. Лаборатория оснащена новейшим оборудованием и позволяет проводить более 25 видов исследований. Диагностический центр располагает уникальной аппаратурой. Можно здесь пройти обследование всех внутренних органов. Например, есть аппарат денситометр, который измеряет плотность костной ткани. Подробнее о лечебной базе можно посмотреть в нашем авторском видеоролике на страничке санатория Bristol Palace на нашем сайте sanatoriums.com. Гостям здесь к диспозиции и просторный wellness-центр, где расположен бассейн непроизвольной формы. Его размер 21 на 7 метров. Бассейн наполнен простой водой и оборудован различными гидромассажными струями. В этом же бассейне проводится и реабилитационная гимнастика с физиотерапевтом. В wellness-центре гостям также к диспозиции несколько видов саун, джакузи и фитнес-зал. Лечебно-оздоровительное отделение санатория Bristol Palace позволяет пройти комплексное санаторно-курортное лечение и профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Из минусов отмечу, что из санатория Bristol Palace на главные водные процедуры с использованием натуральной термальной минеральной воды необходимо ходить через весь комплекс в здание санатория Mayan Building. Туда гости ходят по теплому крытому переходу. Могу рекомендовать санаторий Bristol Palace прежде всего гостям, которым кроме питьевого лечебного курса термально-минеральной водой, важно пройти
качественное санаторно-курортное лечение с использованием натуральных природных факторов. И все это под наблюдением лучших специалистов на курорте. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, следите за авторскими видеороликами и бронируйте санаторий Bristol Palace по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.